И есть в Литве место, святое для каждого из ее жителей. И не только для литовцев. Гора Крестов близ Шауляя – сакральное место, посещаемое в том числе и многочисленными паломниками из других стран. Место, где люди надеются встретиться с Богом. Сейчас уже никто не сможет точно сказать, откуда пошла традиция устанавливать на холме Юргайчу кресты. История этого холма и обычаев, с ним связанных, пожалуй, такая же давняя, как и история самой Литвы. С горой связана не одна легенда, у ее подножия порой происходили жестокие сражения. Считается, что еще в языческие времена здесь было капище, и священному месту продолжали поклоняться и после установления католичества на землях Литвы. В XIV веке на горе находилось городище, разрушенное в жестокой битве рыцарями Ливонского ордена. Кости защитников крепости остались лежать в земле на холме, и это обстоятельство также добавило горе святости. Современная история горы Крестов начинается, пожалуй, с 1831 года, когда здесь в память участников восстания, казненных властями Российской империи, были воздвигнуты кресты. Еще больше стало крестов после подавления восстания 1863 года. Литовцы словно выражали безмолвный протест властям, отдавая таким образом дань памяти своим землякам. Шли годы, количество крестов все увеличивалось. Крест – символ надежды, веры и любви. Они знак смерти и горя ставили, молясь о здоровье и в знак благодарности Богу, как защиту от нечистой силы и с просьбой о помощи. Кресты, как способ общения с Богом, превратили гору крестов в символическое сердце Литвы. Холм выстоял и в непростые годы советской власти, когда несколько раз на гору приходили бульдозеры, срывавшие кресты. Но как символ веры и надежды, кресты вырастали вновь. Сегодня на горе крестов около 50 тысяч распятий. Крошечными, нательными, крестиками увешаны порой огромные, высотой в несколько метров, кресты. Стоит здесь и крест Папы Римского, Иоанна Павла Аяй в 1993 году, во время визита в Литву, папа установил здесь свой крест, благословив отсюда всю страну. Видны здесь и православные кресты, и символы других конфессий, исламский полумесяц, звезда Давида. Гора Крестов принимает всех, кто верует и приходит сюда обратиться к Богу. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.